Ближе к обеденному перерыву в администрации Ардатовского района раздавался гул голосов. На встречу с депутатом Госдумы России Василием Пискаревым пришли местные жители. От народного избранника они хотели внимания, сочувствия и, главное, решения их проблем. Например, строительство дороги, которую районное руководство обещало. Они сделали уже районно-сметную документацию, да, а вы тогда с вашей стороны и должна быть, закончилось, да? Вот, к сожалению. Пообещали им дорогу и свое обещание выполнили, да? Да, мы на самом деле как бы сейчас... И вот когда вы выполните обещание? Ну, включили его, ежегодно включаем его в сам фонд. Не выделен денег, нет денег. У Василия Пискарева также просили разобраться с порядком начисления пенсии и возможностью посодействовать в получении звания ветеран труда. Артатовцы также напомнили о замороженном строительстве детского сада. О новом дошкольном учреждении они давно мечтают. В ходе рабочей поездки депутат Госдумы осмотрел новый жилой корпус в Ардатовском доме социального обслуживания. В этом году на его возведение было потрачено 66 миллионов рублей. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Ввод здания в эксплуатацию позволит создать современные комфортные условия проживания, приближенные к домашним. Завершил свой визит Василий Пискарев в Редкодубской средней школе. Там для детей организовали центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он у нас производит модель «Эльфовой башни». У нее будет, ну, она не очень большая, 6 сантиметров примерно. Ну, 6, от 6 до 10. Не важно, что работала. Работает вот он уже. А еще он делает? Он идет, пластик специально идет. В Редкодубской школе выпускается собственная газета, а в ближайших планах создание команды видеоблогеров. В нее уже готовы вступить многие подростки. Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости. Ардатовский район Мордовии.